Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать вам тренировку пресса всего из трех упражнений, которые можно делать сериями. То есть минимальное количество – это 2 серии подряд, а максимальное, как обычно, 10. Поэтому переодевайтесь в спортивную форму, мы начинаем. Итак, первое упражнение. Займите исходное положение, лежа на боку, ноги выведите вперед и найдите удобное положение на ягодицы. Предплечье опустите на пол. Вторая рука около головы, и наше движение вверх идут руки и ноги. Итак, выдох, 2, 3, сделаем 20 повторений, 4, 5, 6, 7, чувствуйте пресс, 8, 9, старайтесь почувствовать его с первых повторений, 12, выдох, 14, 15, 16, о, очень хорошо, 17, 18, 19, 20. Переворачивайтесь. И то же самое мы с вами выполним с другой стороны. Снова ноги вперед. Займите достаточно устойчивое положение. Одна рука за головой. И начинаем движение вверх. Выдох. 2, 3, 4, 5. Я намеренно не включаю музыку. 7. Для того, чтобы вы включили свою любимую. 9. 10. Ведь наши музыкальные вкусы могут не совпадать, но в чем мы точно с вами совпадаем? Это в большой любви к фитнесу. Правильно? Так, я не помню, это 17, 18, 19, ну, может быть, пару раз прибавил, 20. Это не важно, правда? Итак, следующее упражнение. Мы будем чередовать диагональные вытягивания ноги с подскоком бёрпи. Всего сделаем 10 повторений. Итак, займите упор лежа, ладони под плечами. Теперь внешний свод стопы касается пола лишь слегка. Если вам очень тяжело, то стопа касается пола. Если супер легко, можете не касаться пола. То же самое с другой стороны. После этого подскок и подскок вверх. Договорились? Итак, приготовьтесь, 10 повторений. И, ребята, здесь очень важный момент. Если ваш уровень подготовленности очень высокий, добавляйте скорость и добавляйте количество повторений. Хорошо, можно 20-30 сделать и в высоком темпе, и вам будет классно. Итак, начинаем. Раз. О, да! Два. Класс! Вот это я люблю. Три. Не просто пресс качаем, а еще и чтобы жиры горели. 6. Так. 5. Там я ошибся, вместо 4 сказал 6, а 6 это вот здесь. 7. Выдох. И 8. 9. И заключительный раз. 10. Так, продолжаем. Это упражнение очень не любят мои клиенты, а я им всегда его даю, потому что считаю его крайне эффективным и очень крутым. Вам нужно встать в боковую планку. Корпус держите параллельно полу. Протяните руку, потянитесь как можно дальше, и затем рукой укажите в небо. Посмотрите на мои стопы. Пятки идут, направляются вверх, а затем я выхожу. 2. Выдох. 3. И 4. Вы со мной? 5. 6. И 7. Ой, как хорошо-то. 8. 9. 10. Еще 2, 11, 12. Прекрасно. Сразу же, с другой стороны, без отдыха. Итак, корпус параллельно полу, рукой тянемся, начинаем движение. Раз, 2, 3, 4, 5. Обязательно дышите. 6.
7, 8. Старайтесь увеличивать амплитуду движений. 10, 11, 12. Ох. Пьем воду и повторим этот круг в зависимости от вашего уровня подготовленности. Кто-то сделает 2 круга, кто-то 6, кто-то 9, а кто-то 10. А пока пьем воду, 30 секунд перерыв. Друзья, я надеюсь, эта тренировка была для вас полезной. Вы можете написать в комментариях, сколько кругов вы сделали, сколько вы смогли сделать и как вы себя ощущаете. Я лично чувствую прилив энергии. И знаете что? Я хочу, чтобы у вас тоже было много энергии. Поэтому, если вы не подписаны на канал, вы можете подписаться. Здесь куча полезной информации, много тренировок, и я буду продолжать снимать для вас видео, писать статьи для того, чтобы ваша жизнь улучшалась, ваше качество жизни повышалось, чтобы вы чувствовали себя красивыми, здоровыми, крепкими и, самое главное, счастливыми. Благодарю вас за просмотр. Пока!